сожалению. Болото – самоочищающаяся система. На мой взгляд, самое экологически чистое место. Вот оно еще. Почему экологически чистое болото? Потому что лягушки не живут в загрязненных местах. В загрязненных водоемах. В фильме «Бриллиантовая рука» Никулин поет песню: «Из поганых болот чьи-то тени встают». Почему он называет болото погаными? Ну, это не он называет, а автор писал. Болото не поганое. Поганые городские свалки, ядовитые городские отходы. Там, если кто и живет, то только крысы. Но крысы, как известно, обладают невероятной живучестью. Такой у них организм переваривает все, адаптируется к ядам. Там, где любой другой организм погибнет, крысы спокойно живут, размножаются. Так что болота не поганые. Болото – это чистое природное образование, без вмешательства человека. Случае, когда человек искусственно создает типа водных рудов, озер небольших. Без знания законов природы. Я понял! Вот, например, в Средней Азии, во времена Советского Союза, степи, которые осваивались, земли были соленые, и еще
человек начал их промывать. Промывочную воду собирали в отдельные водоемы, которые превращались в солончаки. Сверху очень тонкая корка соли, белоснежная, аж глаз ослепит. А под ней черная жижа, глубиной несколько метров, от нескольких сантиметров до нескольких метров, с температурой 70-80 градусов. Вот это смерть. То, что сама природа создает, без вмешательства человека, поганым, безобразным быть не может. Что извращенные вкусы и понятия людей вешают ярлыки на творение рук природы. Сейчас наблюдаем снятие покрова земельного, повреждение растительного покрова вдоль дороги. Чем это обусловлено? Тем, что пожары. Сушняк, пожары могут подобраться близко к железной дороге. Поэтому убирают пожароопасную часть. Почему случаются пожары? Потому что осушили болото, вода ушла, сушняк, и происходит самовозгорание. Были ли 200-300 лет тому назад лесные пожары? Наверное, были. От удара молнии. Но система выравнивалась сама, балансировала. Thank you.
тебя никогда не было. Ты на море подними, каждый день.
все, я полез. Что есть? Должны быть здесь, сейчас. Сейчас.
без нас разберутся. Поездники.
Старше меня.